Паромщик. О, мужик что-то тащит там. Пиранья. Крокодайла. Или капибару заходит. Наверное, что-то вытащил. Ну, это сетка такая, он закидывает ее, короче. Типа бреди. Да, мы как бы ловили тоже. Ну, и тяжело нас там ловить. Он тащит там как будто что-то есть. Не, вот там это большая, грузила, не знаю, вопрос там даже не было. Закинул, бразил, нело. Видишь, нет, все нет. Да. Ветка, здорово, блин. А вон желтая лодка стоит, может пойдем это? Сами сработаем. Это другой? Нас, на параллельном пароме будем ездить. А нашу лодку, мне кажется, на той ехали тогда. Не, мы здесь ехали. Да? Вот это другой уже. Это уже другой. Может, на той лодке. Лодка другая. Малючки какие-то вот плавают. Там, а другой малюк. Смена. Цена 1 реал, на наши деньги это рублей 17-20. Даже не знаю, 17-18. Есть у вас 4-5 рублей? У меня пару есть монеты. Давай! У меня нет. У меня где-то были. Я там. Я, наверное, сниму. Я тебе тусь не хочу. Ну, что я сделал? Ты дал, Саш, нормально? Все, дал. 4? Да. 5? 4. Садись, Дим. Перевернем. Да сядь. Не мешаешь снимать. В мире животных. Блин, а красиво так, слушай, амазонка прямо. Вот всякие капибары живут. Там пса прям, смотри. Под деревом. Сад, видишь, как? У нас такие бродят. По дому. Вокруг дома. Мужика не клюет. По хребту. Все. Сейчас по-моему крокодайла. Ты сама сможешь его прыгнуть? Бригаду. Вот такая здесь маршрутка работает. Даже он крокодила поймает-то.